Врач сказала, это не лечится. Предупредили меня, что ребенок может быть умственно отсталым из-за этой болезни. Ольга перенесла тяжелые роды. У новорожденной Полины сразу начались осложнения со здоровьем. Врачи поставили диагноз – энцефалит, воспаление мозга. И предупредили, все начнется с головных болей, а потом пойдет общее нарушение всех функций организма, быстрая утомляемость и умственная отсталость. Мне началась голова сильно болеть с самого детства. Очень сильно болела. Она вообще маленькая была, очень сильно кричала. Ночью просто орала. Часа два это нельзя было успокоить. Это каждый день. Полина стояла на учете в местной больнице. Каждый год проходила обследование. Постоянно принимала препараты, снимающие внутричерепное давление. Но от лечения ей лучше не становилось. Постоянно заставляли лежать в больнице. Но когда я в интернете почитала, что это не лечится вообще, я решила, ну смысл? Нету смысла вообще там лежать и пить эти страшные таблетки. С каждым годом боли усиливались. Девочка отставала в развитии от своих сверстников. Учиться, да, очень было тяжело. Я не учила домашние задания. Отставала я из-за этих болей и очень плохо училась. Иногда я читала книгу, она слушала, потому что у нее даже глаза болели читать. Ребенок приходил, уставал и ложился спать. От этих болей Полина была раздражительной, часто плакала без видимой причины. На короткое время медикаменты помогали и давали облегчение. Просто обезболили, боль ушла, буквально там 2-3 дня, и опять все сначала, все так же. Слишком больно смотреть, когда ребенок болен, и ничем помочь не можешь. 9 лет Полина постоянно болела. Болезнь прогрессировала, и не было никакой надежды. Но однажды две женщины на улице дали Ольге флаер приглашением на служение исцеления. Меня это очень сильно заинтересовало. Просто такое желание появилось поехать в Киев на служение. Потому что там было служение, молитва об исцелении. И мне очень захотелось повезти дочь туда. И мы поехали. 29 марта 2015 года Ольга с дочерью приехали в Киев на служение в ожидании исцеления. У ребенка просто лились слезы с глаз. Я почувствовала какую-то благодать, ну вот радость какая-то. Ну вообще, ну не могу даже словами описать. Вот просто почувствовала присутствие Бога. Я никогда такого не испытывала. Апостол Владимир Мунтян начал молиться за исцеление всех больных. Дух Святой, наполни этот зал прямо сейчас. Из первых минут Дух Святой прикоснулся к Полине. У меня были на глазах слезы. Во имя Иисуса, друзья, силой помазания сейчас наполнили этот зал. Помазание исцеления. Аллилуйя. Дух болезни, убирайся вон во имя Иисуса. И прямо сейчас вы ощутили, как эта болезнь, она отошла от вас. Мне было очень жарко, сразу стало. Меня занемели руки и ноги. Как льдом как будто покрывается и теплом. Прямо сейчас движение пошло там, где была болезнь. Во имя Иисуса, будьте исцелены прямо сейчас. Дух Святой коснулся меня. И во время молитвы у меня вообще дрожь такая была в руках. Слезы тоже текли, просто текли, все так. Во время молитвы апостола Владимира Полина и ее мама пережили сильнейшее прикосновение Святого Духа. А еще сильнее закричать во славу Божию! После служения Полина с мамой вернулась домой в Запорожье. И буквально сразу Ольга увидела, что ее ребенок полностью исцелен. Ребенок перестал жаловаться вообще. Не на головную боль. Я думаю, может, мне кажется. Смотрю, нет, не жалуется вообще. Я поняла, что просто ребенок получил исцеление. Мне стало хорошо, у меня голова не болела, я перестала таблетки пить. Меня Бог исцелил, я обрадовалась.
Чтобы полностью убедиться в исцелении Полины, Ольга с дочерью прошли обследование в больнице. Врачи выписали заключение, что девочка абсолютно здорова и энцефалита больше нет. Она стала подвижным, нормальным ребенком. Она вообще не жалуется ни на какие боли. У нее уже ничего не болит. Радостный. Энергии просто некуда девать. Иногда думаешь, может, это просто сон? Я с мамой хожу в церковь, прославляю Бога. Я пою, танцую, радуюсь, прыгаю. Для меня это чудо. Потому что это сделал Бог. Мы ходим там в зоопарк, постоянно гуляем. Ребенок не устает. Нам все интересно, нам весело, радостно. Бог исцелил мою дочь. И я знаю, я верю, что Бог исцелит и вашу болезнь. Если только вы будете верить, молиться, и в вашей жизни произойдет чудо. Бог любит всех детей и людей. И он хочет всех исцелить.